тебя, если парень хочет начать отношения именно с секса? Вот для него важно, что именно после него будет. Это вот к... Это что? Понятно. Нет, это... Мужчины хотят секса, понимаете? Слава Богу. Да, и это отлично. Может быть, парень... И женщины тоже, и поэтому человечество еще живет. Да, женщины тоже хотят. Вот. Он просто слишком прямо это подает. И второй момент. Это его стиль. Он показывает, что отношения буду определять я, что будет так, как я хочу. Одна моя знакомая очень хорошо говорит. Он говорит, а я не против. Он говорит, соблазни меня красиво. Как вариант, да? Ну, вы можете немножко постебаться над этим и сказать, что, знаешь, в нашей культуре так не принято. Принято вначале сыграть в такую игру. Ну, с тобой идем в кинотеатр. Через несколько дней мы договариваемся. Идем? Кафе. В кафе. Или куда-то, или катаемся на коньках, или еще что-то, да. Потом где-нибудь вечером ты меня провожаешь до дома. Вот так. Скажи, вот на такую игру я соглашусь. Это нормально, что они хотят секса. Все в порядке с ним. Вы же можете не соглашаться на любое предложение. Есть заявки. Если заявки совпали, сделка произошла. Не совпали, не произошла. Если сделки долго не происходят, заявки меняются.